что же такое Инстамит? Инстамит – это ежегодная международная сходка людей, каких-либо образом связанных со съемкой или обработкой фотографий. Любители фотографий бродят по различным местам, фотографируют пейзажи, панорамы, подбирают эффекты, и благодаря Инстамиту они могут делать это не в одиночку. Люди встречаются и проводят время вместе, не стесняясь друг друга, вместе ищут ракурсы, советуются, делятся опытом. Десятки тысяч людей по всему миру собираются для того, чтобы обсудить свои творческие достижения и встретиться с единомышленниками. Главная тема встреч 2017 года, объединяющая всех участников – добро и добрые дела. Ну а в этом видео мы хотим вам коротко рассказать, как прошел Инстамит 2017 года в городе Абакан. Вань, что для тебя Инстамит? Инстамит – это встреча инстаграм-фотографов. Не только, конечно, фотографов. Может, конечно, здесь не все занимаются съемкой. И, возможно, после Инстамита кто-то начнет этим заниматься. Для этого, в принципе, Инстамит и создан, чтобы тот, кто занимается, и тот, кто ничего об этом не знает, знакомились, общались и приобщались. Инстамит – это встреча, вот, наверное, в этот раз это встреча уже друзей, и это возможность познакомиться с новыми людьми. Инстамит для меня – это тоже, вот, как Диана сказала, знакомство, найти новых друзей, пообщаться, ну, пофотографировать, конечно же, и получить очень крутые впечатления. Есть такие люди, как называются инстаграмеры, вот, и мы хотим как-то их собрать всех вместе провести весело время, чтобы всем было интересно, поэтому мы вводим их в самые интересные места нашего края. У нас очень много гор, у нас очень много холмов, речек, скал, все есть. Девчонки, что для вас Инстамит? Это, я думаю, новые знакомства с интересными людьми, общество и природа. Возможность переосилить себя сегодня именно, потому что не холодно, но потом в итоге все хорошо. Ну это же Инстаграм, акцию там провел всемирную, чтобы все сходили и фотографировали. Что для нас Инстамит? Ну, а для нас Инстамит это, наверное, в первую очередь, это нахождение новых друзей, знакомства. В последующем это будет, наверное, развитие и куча эмоций. Это прежде всего знакомство с теми ребятами, с которыми были как-то заочно знакомы, а теперь была возможность увидеться. И самое главное, что это способ как-то передать частичку этого мероприятия вам, чтобы вы могли посмотреть и увидеть, как это все было. Начинайте, ребята, у вас все получится. We'll be right back.